Меня зовут Елизавета Глинка. Я работаю в фонде «Справедливая помощь». 7 сентября в библиотеке иностранной литературы состоится благотворительный концерт-марафон, деньги от которого пойдут на самых тяжело больных детей Донецка. Детей, которые нуждаются в немедленной эвакуации и лечении. Андрей Макаревич и Светлана Сурганова согласились поддержать этих детей. Билеты на концерт продаваться не будут. Вы можете получить их, только зайдя на сайт planeta.ru. Поддержите, пожалуйста, нашу инициативу. Приходите на концерт.